Штраф за переход железнодорожных путей в Москве и Московской области вырос в 15 раз. Теперь нарушители правил безопасности будут платить не 100, а 1500 рублей. Такие меры приняты для предотвращения травматизма и смертности на опасных участках. Но, как показал очередной профилактический рейд, большие штрафы пугают не всех. Станция Люберцы 1 – один из самых оживленных участков казанского направления. Большой поток пассажиров и, соответственно, большое количество нарушителей влекут за собой печальную статистику. В этом году 8 человек получили здесь тяжелые травмы. Виной тому несоблюдение правил безопасности. Зачастую несознательные граждане осуществляют переход железнодорожных путей в неустановленных местах. Также используют проломы в ограждениях для того, чтобы попасть на станцию и без билета достигнуть пункта своего назначения. По сравнению с прошлым годом количество смертей на железной дороге существенно сократилось. Если в 2022 на территории округа было 12 таких случаев, то за 8 месяцев этого года пока только 3. Добиться такого результата удалось благодаря профилактическим мероприятиям. Для профилактики, ну, само собой, ведем пропаганду просто с жителями, с учениками образовательных учреждений. Также заделываем несанкционированные проходы в ограждении железной дороги. Ну и плюс пытаемся, высаживали кустарники в Панках, где нет ограждения. Вместе с РЖД высадили колючие кустарники. Кроме того, на объектах железной дороги систематически проводят рейды. Сотрудники администрации линейного отдела полиции ежедневно выявляют нарушителей. Документы ваши, пожалуйста. У меня нет с собой. А почему вы нарушаете? Потому что мне так удобнее вот здесь пройти. Вы совершили административное правонарушение. Держим часть, пожалуйста, нам пройдем. Составление административного протокола. Регулярно проводятся и управлением на транспорте, и нашими линейными подразделениями проводятся рейдовые мероприятия. Они направлены как на пресечение травматизма. Это очень важное направление нашей деятельности, потому что, к сожалению, в наше время это очень нередкие случаи, в том числе и детский травматизм. С 11 августа вступили в силу поправки в Кодекс Российской Федерации. В Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях сумма штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте – 1500 рублей. Наказание в виде предупреждения уже не предусмотрено. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.